Новое поколение люксового седана Bentley Flying Spur сохранило общие черты с предшественником, но на деле это совсем другой автомобиль. Кузов обильно украшен хромом, матричные фары демонстрируют эффект граненого хрусталя. Выдвигающаяся эмблема на капоте снабжена светодиодной подсветкой. Габаритная длина шпоры выросла всего на 2 см, но колесная база растянута почти на 13. Передняя ось сильно смещена вперед. Bentley уверяет, что смена платформы улучшила распределение массы и практически исключила недостаточную поворачиваемость. Летящая шпора технически представляет собой переосмысленную британцами Porsche Panamera, причем родство с немецкой машиной получилось даже ближе, чем у двухдверных Bentley Continental GT, тоже построенных на платформе MSB. Седан первым в роду Bentley получил полноуправляемое шасси. От Panamera тут и полный привод с муфтой подключения передней оси, 8-ступенчатый преселективный робот и 48-вольтовая гибридная система, которая питает всю мехатронику, включая активные стабилизаторы. 12-цилиндровый двигатель с двойным наддувом характеристиками не отличается от купе и кабриолета Continental GT. По сравнению с предыдущим поколением, отдача шпоры выросла не очень существенно, но вкупе со сниженной массой динамика разгона до 100 км в час улучшилась почти на секунду. Интерьер седана похож на убранство двухдверных континенталей. Центр передней панели тут также встроена поворотная призма, на трех гранях которой расположены сенсорный дисплей, тройка аналоговых приборов и простая деревянная планка. Особенность шпоры – иная форма центральных дефлекторов и вставки из трехмерной текстурной кожи на дверях. Предварительные заказы на новый Bentley начнут принимать осенью, тогда же объявят и цены, а заказчикам первые машины отправят в следующем году.